Всем привет, с вами Густав, и сегодня я запишу прохождение игры Легенда Гримрок. Ну, или по-английски Legends of Grimrock. Начнем на VM, поставим трудный. Создание персонажа я не буду включить, но когда вы нажимаете создание персонажей, то можете сами выбрать персонажа, там, вот, короче, картинку, расу ему, там, кто он будет, боец, мах или лучник, там, ему навыки можете выбрать. Старый режим школы, ну я не знаю, ясно, не играл, не хочу. Ну читать я вам не буду, вообще какие-то дошкольники, которые не умеют читать, сами прочитаете, если захотите. Просто на паузу поставить. Тем более для кого-то вот это вот достаточно раз-два и пролистнуло, а кто там может прочитать? Я лично уже читал. Так, ну вот и мы появляемся в такой, я понял, камере. Тут ничего нету. Вот, первый играете в Гримрок, тут есть туториал для обучения. Можете, в принципе, поиграть. Ну, точнее, там нельзя играть в обучение, просто там написано, что к чему. Берите свой сыгран из нестенец или взять факел. Есть нельзя взять факел. Чего не могут в темнице там? Ну, шмотки. Оружие, это у нас такое. Вообще у каждого персонажа есть нагруз, то есть каждая вещь весит определенно вот 1-2 килограмма, 3-8 килограмма, полтора килограмма, ну, короче, 0,5 килограмма. И наш чувак может унести только определенное количество. Поэтому я так понял, не надо пихать в одного и того же чувака все. И сразу. Потому что как-то надо распределять, я так понял. Если вы не будете распределять. И к тому же в этой игре факелы тухнут. То есть надо ими запасаться, только они весят 2 килограмма, это тоже. Так как-то их много набирать не надо. Надпись. Найдите камень. Ну. Нашли мы камень, ну. Я так думаю, нет, этот камень надо найти. В стенке какой-то камень. Ищем. Может факел надо взять? Нет. А, вот. Что у нас ключик? С этим ключиком мы идем вот сюда. Так. О, че это у нас за крокозябрик? О, ой, ты че, крокозябрик? Че у нас? Не умеет. О, у нас тут чувачков убивают тут. А. Вот как-то я что-то угадал. Вот тут на магию. Ой, нет. На тебе. На. О, убили меня. Что это у нас? Кусок слизня. А что он делает? Съедобное. Пока мы... А, то есть наши чувачки еще хотят жрать. Так, ну как восстанавливать здоровье, это знаем. Просто нажимаем R или... Потом покажу. На чувачка нажимаем, и там такой типа сон есть. Все, мало энергии восстановилось. Каждый удар ждет энергию там. Так. Это. Так, вот.
Ну, честно говоря, я не очень много играл в эту игру. Поэтому скажу, что я в ней прям профессионал. Прям такой великий профи. Ну, тут нужно. В принципе, знаю. Ну, в принципе, чуть я знаю, как мне играть. Ну. Посмотрим, что будет дальше. Кстати, у нас тут две улитки было. Две чукчи. Хотя я видел, что она... Думал, что она одна. Так, а если мы пойдем сюда? Какой-то восход есть, да? Вот сюда. Забыли ходить. Вот видите, вот эта вот иконочка. Это слон, это карта. Это минимум. Вот тут нашему персонажу вот файтер. Это означает, что он там боец. В вот, этой очки здоровья, энергия, сила, там защита, уклонение, левая рука, сколько урона наносит. Точность, сопротивление яду, вся фигня, короче. Сопротивление холоду, таланты, навыки, атлетика. В общем, вот так вы можете прочитать о своих персонажах. Точнее, тут вы можете прочитать о своих персонажах. И, в общем, вот это тоже у нас есть, да? Оставимся, да? И вообще, надо вот одевать не одного персонажа, например, вот этого. Вообще, они бьют монстров по вот этим вот двум. Ну, может быть, потом будет, который бьет по всем, но... Я знаю, пока вот по вот этим вот двум. То есть мага надо убирать в конец. Как и лучника, вот этого не лучник, походу, да. Вот это два бойца. Это типа танки, что ли. Давайте сюда пойдем. Хлеб, камушек. Че это у нас тут? Чтобы закрыть яму, нужно что-то летающее. Что у нас тут летает? Ёшкин, я что, упал? Вы не можете летать, что может. Ну, давайте выспимся, у нас здоровье от него. Еще раз такое падение, и мы сдохнем. Вот, точнее, наши чувачки. А вот та вот кнопочка. То есть на нее надо нажать, и все. То есть... Да, вот так. Надо было просто бросить, как я и сделал, в принципе, сейчас. Ой-ой-ой. Щец, блин. Ладно. Так, ну все, мы отрегенились, можем идти дальше. А, я забрал камень, точно. Два челка. Верните мне зрение. Ну ладно, давайте на этом серию закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Смотрите наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо еще раз за просмотр. Пока.